Привет, дорогие мои! А у нас с вами снова небольшая распаковочка. И сегодня это два одинаковых средства, назовем их так, которые я заказала за баллы. Собственно, вы здесь видите, цена указана не в рублях, а в баллах. Оба они были заказаны 9 августа. Один пришел 24, другой 30. И стоили они почти одинаково. 123 балла и 128 баллов. Упакованы только почтовую упаковку и вот такую вот какую-то непонятную мягкую штуку. Как вы видите, то есть я практически их еще не использовала. Вот они вот так сильно помялись. Я не открывала еще, только вскрыла упаковку. Увидела, что они внутри, они в наличии. И, в общем-то, и все. Это средство для ухода за кутикулой. Масло, по-моему. В общем, это жасминовое масло. И это масло алоэ. Ну, давайте покажу, поскольку тут открытое, да, как это выглядит. Вот такой флакончик с кисточкой. И он, по-моему, никак не запакован. Да. Вот такая кисточка. Ну, кстати, он не очень-то и наносится. Да, то есть тут надо постараться прям, чтобы нанести. Ну, в общем-то, вот так это выглядит. Сейчас попробую, может быть, нужно. Хотя он, в принципе, везде кругом вытекает. Очень плохо течет. Не знаю, как это нужно нажимать на него или что, но... Вы видите, что нанесения вообще практически нету. В общем, посмотрим, как будет в процессе использования. Может быть, я все-таки из этого что-то выжму. Спасибо за просмотр. Спасибо, что были со мной эти несколько минут. Увидимся с вами в следующих распаковках. Ссылочку на данный товар оставлю под видео. Проходите, знакомьтесь, приобретайте. Увидимся с вами в новых видео. Пока-пока.